Встречаем его соперника в золотом углу, представляющий Россию, Павел Мексасули! Итак, знакомьтесь, боксер черного угла. Ему 23 года, его рост 183 сантиметра, а вес 73,9 килограмма. Профессиональный рекорд – 11 боев, 9 побед, включая 6 побед нокаутом, только одно поражение при одной ничьей. Представляющий Лас-Вегас, Невада, Соединенные Штаты, Фотон, Алексис Эспино. Его соперник в золотом углу. Боксеру 27 лет. Его рост 178 сантиметров, вес 74,35 килограмма. Профессиональный рекорд. 8 боев, 8 побед. 3 победы одержаны нокаутом. Дамы и господа, чемпион России, участник чемпионата мира из Санкт-Петербурга, Россия, не знающий поражений, приветствуйте! Мексасули! Боксеры готовы. Бокс. Nice, nice. Keep trying.
Дамы и господа, рефери поединка Андрей Курневко остановил бой через минуту и 55 секунд второго раунда. Победу нокаутом одержал Павел Мекс Сосули! Россия! Аплодисменты его соперника.